Хейл, доктор, как слышно меня? Супер. Доктор, у меня совсем мало времени. Пока мои спят, я решила вас набрать. Мне ваш номер мультиварка дала. Доктор, ох, боязно всем нам, ох, боязно. Этот карантин скоро людей доведет до ручки. Моя вот начала готовкой заниматься и кулинарный блог стала вести. Я-то не против, окей, но она меня совсем не жалеет. Всю изнахратила уже, я скоро как решето буду. Где вы видели, чтобы разделочная доска вся была в дырку? Это какой-то кошмар, доктор. Ох, чуйка у меня с жареным пахнет. Недавно вот моя решила заморских блюд наготовить, так ей, видите ли, меня мало стало. Она решила малую взять из походного набора. И что вы думаете, малая в шоке, до сих пор отойти не может. На ней ведь кроме салатов и бутиков ничего не готовили. Ох, доктор, еще и с памятью у моей плохо, как у рыбки Дори совсем. Дружбан у меня совсем отупел, а мы с ним вообще не разлей вода, столько лет вместе. Так моя даже забывает мужа его отдать на заточку. Недавно вот притащила нового кента, керамического. Ну ничего такое, острит, шутки шутит. Нормальный пацан, но, блин, дружбана жалко, нормальный же пацан был. Ох, доктор, боязно мне, ох, боязно. Доктор. Доктор, мои, кажется, проснулись. Все, вырубаюсь, доктор, до связи.